еще один велосипед, который купили с рук. Велосипед называется Вело. А если быть точным, Велостар 3.1. Тоже бюджет ремонта в районе 3000 рублей здесь получается. Здесь у нас рулевая. Рулевая здесь дюйма 1.8 на шариках. Достаточно редкая. Стоит дофигища. Плюс замена рулевой. Переборка обоих втулок. Правка восьмерок на обоих колесах. Настройка тормозов, настройка переклюков. Частично, ну тут у нас один тормоз, поэтому меняем колодки. Меняем душку, все настраиваем, все регулируем, все работает. Велосипед получился, в принципе, достаточно живой. Все хорошо переключается, все хорошо крутится. Но, опять же, втулки с износом. Сколько прослужит, неизвестно. На новой смазке, на новых конусах. Ну, есть надежда, что они, по крайней мере, пару лет походят. Но, может быть, походят они и годик. Так что, когда вы покупаете любой бушный велосипед, опять же, смотрите колеса, крутятся, не крутятся, хрустят, не хрустят. То есть, какие есть проблемы с колесами. И вот если вот такие вот необычные велосипеды вот с такими вот гайками на руле, то могут быть проблемы с рулевой. Здесь видите, какая рулевая теперь крутая стоит. Так что вот так.